Merhaba, nasılsınız? Naša sivonišna tema, znakomstva. Paturiski, tanışma. Tanışma. Bu videoda daha önce hiç duymadığınız bilgiler yer almaktadır. Öğretmenler yabancı vatandaşlara bir konuyu anlatırken genellikle sokak dilini öğretmiyorlar. Bu videoda size sokakta konuşurken kısalttığımız bazı kelimeleri göstereceğim. Önemli. Önemli. Naş Peru ve Primer. Mer, ha, ba. Paruski, privet. В турецком языке слово как пишется и так читается. Но, к сожалению, мы тоже как вы, как все русские, сокращаем слова. Поэтому на улице мы не говорим мерхаба. В основном говорим как мераба. Мераба. Поэтому советую вам тоже на улице говорить мераба. Давайте посмотрим еще другой пример. Вот слово. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Что у нас это? Добрый вечер. Или хорошего вечера. И то, и то. Это слово тоже мы сокращаем. И на улице говорим. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Поэтому вы тоже, пожалуйста, говорите «Я к шамнар». У нас есть еще одно слово, которое тоже обозначает «добрый вечер» или «хорошего вечера». Давайте посмотрим. «Хайрлы акшамнар». «Хайрлы акшамнар». Это тоже у нас «добрый вечер» или «хорошего вечера». Спасибо. Давайте посмотрим. В турецком языке какие варианты у нас? Спасибо. Думаю, вам тоже известно. Teşekkür ederim. Повторяю. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Это слово для мужчины. Eyvallah. Eyvallah. Это слово у нас в основном мужчины говорят. Günaydın. Günaydın. Или iyi sabahlar. İyi sabahlar. Это у нас доброе утро. İyi günler. İyi günler. Добрый день или хорошего дня. İyi akşamlar. Только что мы видели, да? İyi akşamlar. Добрый вечер и хорошего вечера. İyi geceler. İyi geceler. Спокойной ночи. Tanışma. Как приветствие. Давайте посмотрим, какие варианты у нас. Это вы уже знаете. Мераба. Заметили, да? Не говорим мерхаба. Это тоже правильно, но на улице мы говорим мераба. Поэтому вы тоже так же говорите. Ответ. Мераба. Или селям. Ответ тоже так же. Селям. Merhabalar. Merhabalar. Обращение на ты. Adın ne? Benim adım Ayşe. Ya senin? Повторяю. Benim adım Ayşe. Ya senin? Benim adım Ahmet. Memnun oldum.
Ben de memnun oldum. Как дела? Какие варианты у нас в турецком языке? Насосын? Насосын? Это на ты, да? Насосынус? Насосынус? Это на вы? Кейфин насыл? Keyfin nasıl? Keyifler nasıl? Keyifler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Ответьте на вопрос. Как дела? Ответьте на вопрос. Насылсын? Бомба гибиим. Отлично. Бомба гибиим. Супер. Супер. Чок иим. Очень хорошо. Чок иим. Или просто иим. İyiyim. İdare eder. İdare eder. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Eh işte. Eh işte. İyi değilim. İyi değilim. Kötüyüm. Kötüyüm. İli çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Vedalaşma. Proşeni. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Тут важный момент. У нас кто из дома уходит, он должен сказать «Хошчакал». «Хошчакал». А ответ на «Хошчакал» у нас «Гюле-гюле». «Гюле-гюле». Кендине ии бак. Кендине ии бак. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Günaydın. Günaydın. Adınız nedir? Etenavıyla. Adınız nedir? Как вас зовут? Benim adım Belinay. Sizin adınız nedir? Benim adım Emin. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. До этого мы все уже знаем. А вот тут вопрос. Nerelisiniz? Откуда вы родом? Ответ. İzmirliyim. Ya из İzmir'a? İzmirliyim. Peki siz? Avı. Ben de İzmirliyim. Ya toje iz İzmir'a. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Priyatno bolo poznakomitsya. Ben de. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tut. Еще один диалог, это для вас. Пожалуйста, составьте диалог и пишите. Я вам отвечу. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.